Там кто-то есть. Ха! Да у меня мозоли старше тебя. У меня тоже есть мозоли. Показать? Ха! Да, нас искрой. Верю, огневолосая. Петра Кузнечиха. Элой. Охотница на машины. Охотница на машины? Тогда можешь пригодиться. Нас тут сейчас пытаются выжить с нашей земли. Вот потому-то я и вожусь, чтобы смастерить эту красавицу. Она решит наш спор. Что это за место, Петра? Свободная гора. Нам тут никто не указ, кроме разве что металла и пыльных бурь. Вот она, гора. Куча того, что осталось от предтеч и собрано поколениями озерам. Вдохни, почувствуй запах. Дым и пот. Ха, да ты от житья в лесу нюх потеряла? Я только во рту 5 разных металлов чую. И вот это все осталось от предтеч? Тут поле боя? Ха, может, склад, а может, свалка. Там все сплавилось воедино. Эти предтечи столько всего выбрасывали. Значит, ты кузнечиха. Заправляешь и в кузне, и в городе? Да весь наш город кузня, и все работают наравне. Это самое правильное, не приходится оглядываться на старейшин. А то вот в жиле, на земле озерам, гвоздя не забьешь, не потратив 3 дня на обсуждение и споры. Бесит, наверное. Ха, а то. Но мы любим спорить. Чтоб горн пылал, надо поддавать жару. Хотя некоторые вещи не обсуждаются. Я вот была бы Петра, жена кузнеца. Ха, как тебе это нравится? По-моему, не звучит. Вот именно. Вот я и ушла. Была юна, только из горна. Могла выковать из себя все, что угодно, пока не застыла. Ты не хочешь знать, понять, для чего все это? Некоторые старатели всю жизнь вопросами мучаются. Но не я. По мне, если есть что переплавить, ну и хорошо. Чтобы нарубить веток и наделать стрел, понимать лес не обязательно. Надо понимать, что нужны не ветки, а древесник. Ты смотри, язык не обожги, язва. Мне нет дела до предтеч. Они свое пожили, их труд завершен. Все их изобретения теперь лежат и ржавеют под землей. Мои сестры и братья по горну выкуют новый мир. Ты ушла из родных земель сюда? Сначала Меридиан, как и все, строила великий подъемник. А потом безумного короля обуяла жажда крови. Я поклялась найти дом для всех, кто захочет пойти со мной. До конца войны перебивались любой работой. А потом набрели на это место. Старый лагерь озерам, гора металла. Можно было начать все заново. Оставить свой след. Ха! В твои годы я думала, что чем сильнее удар, тем глубже будет след. А теперь ты изменила свое мнение? Ха. Это секрет. Такого оружия я еще никогда не видела. Все сама? Конечно, мое детище. Это отпрыск орудия, которое помогло взять Меридиан. Такие вопросы не решишь одной стратегией. Надо было тряхнуть стены, превратить армию безумного короля в ошметки. Чего насупилась? Оружие такой силы. Тут ведь все зависит от того, в чьих оно руках. Посмея они тронуть великий подъемник, я бы их раскатала. Столько труда вложено. В каждом звене своя история. Как-нибудь расскажу, если захочешь. А у этой пока нет истории. В руках не унесешь, металл жрет, как щелкозуб. Так вас вытесняют с этой земли? Ага, со свалки. Только мы открыли богатые залежи деталей для оружия, тут же заявилась стая падальщиков. А теперь вот еще и разбойники засели у литейной. Они нас не пропускают, захапали топливные элементы. Видать, любят все, что блестит. Ну, мне нужны эти детали и элементы, чтобы доделать пушку. Работа не пыльная, руки не замараешь. Я и не боюсь их замарать. Ну надо же, какая горячая штучка. Тут много работы.
все будет нравиться. Будь моя воля, я бы сначала взял город. Больше рабов, и пусть копают ящики с молниями. Ну так предложи, когда остальные прибудут. Уже скоро.
Разбойники хорошо укрепились. Прежде чем соваться к... Запахи дыма и пота. Именно они были. Будь моя воля, я бы сначала взял город. Больше рабов, и пусть копают ящики с молниями. Thank you.
Заходи и не прячься. Разбойники хорошо укрепились. Прежде чем соваться к ним, нужно бы разглядеть всех дозорных. Вон он, топливный элемент. Есть. А теперь надо заглянуть к падальщикам и разыскать детали от оружия.
Наши придут, вы свое получите. Спалим ваш город. Падальщиков. Надеюсь, они еще не разобрали все детали. Эту гору натащили падальщики. Надо найти что-нибудь для Петра. И побыстрее. Пора возвращаться к Петре. Хватит уже тут бродить.
Петра, я принесла детали, но сюда идут разбойники. Весь их клан. Хотят захватить город. Да ты что? А ну-ка, придержи-ка мою красотку. Сейчас она с ними потолкует. На, держи, только осторожно. И смотри, к ляжкам не прижимай, они тебе еще понадобятся. Ладно, ладно, поняла. Тяжеленная штуковина. Еле держу. Ну да... Добью, ребята! Ха, ага, своей! Претензий никаких. Месте уже бы отступил. Давайте, олухи! У них всего одна пушка! С этим разобраться. Я не воин, но могу сказать, что это разгром. Ох, теперь все зубы болят. Может быть, приладить ремешок, чтобы было что закусить? Устроим им небесные похороны. Это когда трупы бросают на милость птиц. Это ждало бы и нас, если бы пушка не сработала. Как если бы? Как это так? Так она не готова. Мы ее проверяли. Ну чё побледнел, ты же не с голыми руками сюда пришла. У нас, говорят, верить можно только в металл. Но я поверила в тебя, и не зря. Знаешь, Элой, я перед тобой в долгу. И не забуду этого. Я тоже, Петра. До сих пор волосы искрятся. О, Элой, тебя будто только что из горна вытащили. Это комплимент. Ты что-то ищешь? Не пойму, куда друзья мои делись. Пошли за стадом бегемотов и пропали. Раз пошли на бегемотов, значит, опытные. Ты думаешь, не справятся? Да я не за них беспокоюсь. Нам нужны кабели из этих бегемотов, чтобы пушки могли стрелять. Если упустили стадо, Петра с меня шкуру сдерет. И зачем я только согласился? А на что ты согласился? Петра поручила мне и Беладге пойти добыть кабели бегемот. Но Йоргрис и Беладга созданы друг для друга, как молот и сталь. Они просто не понимают. Я согласился, чтобы вместо меня пошел он. Ну, думал их подтолкнуть. А Беладга не удивилась? Сама предложила. А я теперь вот переживаю. Пока они там милуются, они могут стадо упустить, а отвечать-то мне... Где ты их видел? Прямо здесь, перед охотой. А потом они ушли, как всегда, ругаясь. Из-за чего ругались? Как лучше идти за стадом? Йоргрис хороший лучник, но он даже у себя дома заблудится. Чем я думаю? Я бы сам пошел. Я могу поискать их. Куда они пошли? На северо-запад к арке, чтобы там караулить стадо.
Надеюсь, до туда дошли. Если упустим это стадо, наши пушки не смогут стрелять. Речь о нашей свободе, я лучше сам в огонь прыгну. Давай не будем с этим торопиться. Я помогу. Я не могу нигде. Может, просто скажешь Петре? Вот сама иди и расскажи ей. Вдруг выдохнется, пока будет орать, и на меня уже сил не хватит. Попробую найти твоих друзей. Надеюсь. Они успели обручиться, не то я им устрою. Такая бледная. Постой возле Горна, щечки сразу разрумянятся. Горн мне не нужен. Щеки от бега раскраснеются. Ну, что теперь тебя так распалило? Я разберусь. Ясное дело, но если это касается Свободной горы, я должна знать. Ты послала двух охотников за стадом. Они пропали. Не может быть. Кейлов даже иголку в куче шлака найдет. Разве что он... Ах, он чертов безмозглый углежок! Что он сделал? Поменялся с Йоргризом. Ну, гнев и пламя! Теперь ты их накажешь? Да ерундой какой-то занимаются. Йоргризу и Беладге не надо помогать. Будут они вместе. Это как в кузне. Молот не надо подталкивать, он сам падает. Не думала, что Кейлов у нас такой сердобольный. Не злишься? Ха, он у меня теперь побегает. Но одно я усвоила. Есть вещи, которые неизбежны. А зачем вам нужны кабели бегемотов? Из них самые лучшие фитили для пушек. Так что нам все время приходится пополнять запасы. Эти пушки – залог нашей свободы. Без них разбойники и машины нас просто сметут. Их можно купить. Эти припасы лучше добывать самим, чтобы не зависеть от других. Такая ноша нам не нужна. Но меня ты просила помочь. Ха, иные ноши не в тягость. Почему дело такое срочное? Если стадо дойдет до котла, тогда все, не достать. А другого ждать еще долго. Нам нужны эти кабели. И как можно скорее. Найдешь этих двоих, отправь живыми домой. А если заодно принесешь кабели бегемотов, буду тебе обязана. Осторожно, еще привыкнешь.